Всем привет! Мы на Флагман ТВ, рубрика «Рыболовные фишки». В этой рубрике я хочу вам показать монтаж, который завоевал в последнее время популярность. Это Ронни Риг. Этот монтаж предназначен для ловли на плавающие насадки, в частности на поп-апы. И он чем-то похож по своей механике на оснастку 360. То есть это тоже монтаж, который был предназначен для ловли с плавающими насадками. И в этом ролике я бы вам хотел показать, как его собираю я. Для того, чтобы собрать этот монтаж, я использую следующие элементы. Начнем с крючка. Он может быть любой конфигурации, white gape, long shank можно использовать, curve shank изогнутые, форма кренка подойдет, ну, кому как нравится. Микровертлюжок с большим кольцом дополнительным. Специальные стопора для крючков, которые одеваются непосредственно на крючок. Вот такая форма вертлюга. То есть это быстросъемный вертлюг с дополнительным большим кольцом. Понадобятся нам пассатижи. Будем использовать бейтфлосс. Это та же зубная нить, только без запаха. И я еще покажу вариант, как фиксировать поп-ап с помощью лески. Итак, приступим. Прежде всего, для начала нам нужно взять этот вертлюжок и отогнуть немножечко усик. Вот таким вот образом. Теперь берем крючок, одеваем этот быстросъемник на ушко. Должно получиться вот так. Я видел разные монтажи, многие одевают усиком внутрь. Я не хочу, чтобы он мешал работе монтажа, там как-то засечки, то есть я его смонтирую с задней части, с тыльной стороны крючка. Теперь нам нужно сжать, вернуть обратно, скажем так, в исходное положение, как должен быть быстросъемный вертлюжок. Все, мы его подогнули. Теперь берем, в частности, я беру либо силиконовую трубочку, либо пользуюсь такими конусными, укороченными резиновыми антизакручивателями для поводка. Я их укорачиваю, обрезаю. Можно ставить термоусадку. Ну, термоусадка хорошо, красиво, плотненько, но немножечко муторно, не всегда есть время это включать, подогревать воду. В общем, это немножечко занимает время. Здесь все проще происходит, и вдруг там затупился крючок, вы разжали, сняли его. То есть тем самым приходится все время срезать термоусадку. Здесь же просто вы сняли резинку либо конус и опять же ее одели обратно. Получается вот таким вот образом, вот так вот. Ничем не хуже, чем термоусадка, полностью плотно облегает всю конструкцию. То есть, повторюсь, крючки, формы разные могут быть, и я на примере это и показываю вам. Есть. Теперь следующий шаг. Одеваем на крючок. Специально мы производим микровертлюжок для таких целей с большим колечком. То есть, если перевернуть вот так вот, он выглядит. Теперь берем стопор для крючков и одеваем его на крючок широкой шляпкой вперед. То есть аккуратненько, чтобы не испортить. И опять же таки, помните техники безопасности. Не спешите, потому что крючки острые, могут быть нюанс. Аккуратненько одеваем, продеваем, проходим микробородочку. О. У вас должно получиться вот так. То есть этот стопор не дает соскользнуть вот этому вертлюжку. И у вас получается такая конструкция. К колечку привязываете жесткий поводочный материал в оплетке, либо же толстую леску, либо же флюорокарбон. То есть это уже на ваше усмотрение. Нет никакой разницы, что вам нравится, то и привязывайте. Вот. Теперь идем дальше. Берем поп-ап. Прокалываем, одеваем его на иглу.
Дальше. Есть два способа крепления поп-апа на такие вещи. Как я уже говорил, есть bait floss, то есть зубная нить, значит, отрезаем его. Зубная нить только без запаха, повторюсь. Продеваем его в вертлюжок, складываем пополам. Берем иглу, на которой уже одет бойл, и продеваем иголочкой оба этих конца бейтфлоса через поп-ап. Вынимаем лишние эти концы наружу. Должно получиться вот так вот. Теперь нам нужно этот вертлюжок утопить в поп-апе. И оставляем вот так. Для чего нужен здесь вертлюжок? Для того, чтобы была большая подвижность поп-апа, максимально естественно и легко он находился в воде. Ничего там не цеплялось, не закручивалось, не перекручивалось и так далее. Теперь берем, отрезаем часть этого бейтфлоса, лишнее убираем. Должно получиться вот так. Теперь берем зажигалку, и нам нужно поджечь немножечко наш бейтфлос и сделать вот так, придавить его зажигалкой. В итоге у нас нету никаких стопоров, поп-ап держится очень прочно, можете проверить, уже давным-давно проверено, и выглядит аккуратненько, все делается очень быстро. В общем, получиться у вас должно вот так. Сюда, как я уже сказал, вы можете к большому кольцу привязать флюорокарбон, поводок в оплетке, хоть стальной тросик, это что вам как бы удобно. Вот так вот выглядит монтаж Ronnie Rig. Применять его вы можете тогда, когда рыба отказывается брать со дна, либо донный мусор, да и просто немножечко выделить его над кормом прикормки посредством поднятия самого поп-апа, самой насадки. Я вам рассказал о монтаже Ronnie Rig, показал, как я его делаю, из каких составляющих его можно собрать. Если вам этот ролик был интересен и будет полезен, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Флагман ТВ. Эти составляющие и другие товары вы можете купить в наших розничных магазинах, в интернет-магазине flagman.kyiv.ua. Ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч!